Вітаю вас, друзі. Це програма «Вечірня Одеса». Я Аня Тердівець, а за нашим круглим столом сьогодні ми знову будемо розв'язувати питання, які хвилюють багатьох людей. Ті питання, які більше не можуть залишатися без відповіді. Приєднуйтесь до нас, ми починаємо просто зараз. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі, отже, будь-якої миті ви можете приєднатися до нашої розмови, ставити запитання нашим гостям або висловити власну точку зору. Зробити це ви можете, зателефонувавши за телефоном, який ви бачите на ваших телевізійних екранах. А говорити сьогодні ми будемо про економіку та сьогоднішній стан, про зростання долара та пенсійну реформу. Щодо цих та інших хвилюючих багатьох людей питань ми сьогодні поговоримо з доктором економічних наук, професором Одеського національного університету імені Мечникова Сергієм Якубовським. Вітаю вас, пане Сергію. Осінь завжди приходить не сама, а з різноманітними нововведеннями, і, як правило, саме восени дорожчає долар. Чому так відбувається і чи є причини для занепокоєння пересічних українців з цього приводу? Добрый вечер. Ну, причины для беспокойства всегда есть. Они связаны не только с долларом, но и с долларом в том числе. Действительно, каждую осень давление на валютный курс растет. И это связано с тем, что Украина импортирует много ресурсов и перед зимой стараются закупить газ в первую очередь, с тем, чтобы иметь какой-то запас в случае, если будет очень холодная зима. Поэтому это объективная причина. Если говорить об этом годе, то толчком для роста курса доллара стал проект бюджета на следующий год, в котором правительство запланировало, что к концу 2018 года курс доллара будет выше 30 гривен за доллар. Ну и, конечно, психологически это сыграло свою роль, и поэтому вот небольшое пока еще падение курса гривни наблюдается в течение последних нескольких недель. Пока еще? Пока еще, потому что никто не знает, как долго украинское правительство, в целом власть, будут оттягивать с началом экономических реформ. И пока этих реформ нет, то ситуация с валютным курсом в любой момент может выйти из-под контроля, потому что долг, государственный долг Украины огромен. Если в начале 2014 года отношение государственного долга к ВВП составляло 40%, то сейчас более 80%. А если пересчитать доллары, то это около 76 миллиардов долларов. При том, что официальные золотовалютные резервы – это 18-19 миллиардов. То есть в 4 раза государственный долг превышает резервы государства. И поэтому особо опасная ситуация может возникнуть в 2019 году, когда нужно будет выплатить 10 миллиардов, потом в 2020 году еще 10 миллиардов. И вот когда нервы сдадут у тех, у кого есть много гривен, и они начнут скупать доллары, опасаясь, что к 2019-2020 году будет резкая девальвация, я не знаю, и поэтому вот пока еще. Пока так ситуация относительно стабильна. Вот вы сказали, что экономические реформы еще не начались. Да. Но мы уже 2 года пытаемся, правительство пытается вводить реформы и как-то выводить нас из создавшегося состояния, ну, нестабильного. Я, конечно, не знаю, я могу ошибаться, но вот телезрители, если заметили какие-то экономические реформы, если кто-то там занимается бизнесом, и кому-то стало работать легче, у кого-то повысился доход, тогда, может быть, они будут благодарны правительству, президенту. Но если говорить по экономическим составляющим, они становятся все хуже и хуже. И самое плохое то, что вот стабильность, которая вот внешне вроде бы как существует, ну, в всяком случае на валютном рынке, она достигается за счет роста государственного долга, за счет того, что государство постоянно берет в долг и в гривне, и в долларах, и в какой-то момент уже не будет такой возможности брать для того, чтобы поддерживать финансовую стабильность. Перестанут будет давать. Могут перестать давать, но и вот начнутся выплаты, потому что когда
произошла революция, многие в Европе, в США поверили, что те люди, которые сменили Януковича, они начнут делать реформы, и дали Украине 5 лет. Была проведена реструктуризация государственного долга, при этом 20% долга даже списали, но обязали Украину, начиная с 2019 года, выплачивать долг. И вот эти 5 лет закончатся через 1.5 года, и я не знаю, в 2019 году смогут ли выплатить государственный долг. Ну, вроде бы как говорят, что на 2019 год хватит, что 10 миллиардов, резерв 18, тем более 2019 год выборы президента, под выборы не пожалеют резервы и, наверное, потратят их большую часть, лишь бы только сохранилась стабильность до выборов президента, а потом еще выборы в парламент. Но что потом будет, тут уж сказать очень сложно. Ну, поживем, увидим. А сейчас давайте вернемся все-таки к нашему доллару. Вот вы сказали, что это, ну, плановое повышение, так сказать. Но это же не мировая тенденция. В мире такого нет, что вот необходимо закупать энергоресурсы, и вот только ли за счет повышения доллара можно как-то компенсировать? Конечно, в мире такого нет, потому что в мире... Почему у нас есть? Ну, потому что функции государства... Государств в мире другие, то есть в Европе, в Америке. Государство заинтересовано в том, чтобы люди жили лучше и лучше. И вот те, которые находятся в власти, они стараются сделать жизнь людей лучше, чтобы потом за них проголосовали. В Украине люди голосуют совершенно по-другому. Вот знаете, вот украинская душа, очень много эмоций. Украинцы голосуют сердцем. Поэтому, по большому счету... Что не есть хорошо. Что не есть хорошо, да, для экономики это не есть хорошо, потому что, когда вот предпочтения основаны на красивых лозунгах, на каких-то обещаниях, на том, чтобы не победил враг. Вот помните, у нас, да и до сих пор, в общем-то, осталось разделение страны на две части. И когда вот были выборы, это все выборы президента, вот Западная Украина голосовала за плохого кандидата с Западной Украины, лишь бы только очень плохой с Востока не стал президентом. Тот же самый Восток голосовал за своего плохого, лишь бы только вот западенец не стал президентом. И вот в результате вот каждый президент по уровню интеллекта, по отношению к стране становился все хуже, 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 потому что мы выбирали из худших, вот лишь бы только вот тот, кто нам очень не нравится, не стал президентом. То же самое вот можно сказать о парламентских выборах. Голосовали не за самых лучших, а за тех, кто мог победить оппонентов. Понимаете? И вот такой подход приводил к тому, что, во-первых, никакой не было преемственности власти. Приходил кто-то к власти, моментально все беды перекладывал на попередников. Да, и потом он понимал прекрасно, да, что он уйдет из власти, и те, кто придут, кто бы это ни был, да, свои, чужие, они на него повесят всех собак. Поэтому вот украинские представители украинской власти, там, министры, премьер-министры, даже президенты, они стараются, вот, пока находятся у власти, вот, по максимуму использовать эту власть, потому что как бы, опыт... всех лет независимости показывает, что как только меняется президент, то моментально новый президент обвиняет предыдущего и вот пытается там что-то у него забрать, поэтому пытается сейчас набрать так много, чтобы еще осталось. Тем более вот опыт Януковича показал, что могут забирать очень много, и поэтому и сейчас стараются очень много получить на всякий случай, чтобы потом что-то осталось. Понимаете, это совершенно неправильный подход, но населению это нравится, и население, к сожалению, голосует не умом, как мы с вами говорили, сердцем, это эмоциональность, поэтому у нас и случаются Майданы, вот выходим на Майдан, там нам рассказывают сказки, люди счастливы, вот я такой же украинец, как и все остальные. Я был на двух Майданах, я там прыгал от радости, когда сбежал Янукович. Вот так хотелось верить в эту сказку, что придут новые, другие. Буквально через несколько недель стало ясно, да, что это оказалась такая сказка с печальным концом. Так было в 2004 году, так произошло в 2014 году. Единственное, конечно, сейчас значительно хуже, потому что те люди, которые пришли к власти, они прекрасно понимали, какой
потенциал у Евромайдана. Миллион человек выходил, и поэтому нужно было отвлечь людей. Нельзя было поступить так, как после помаранчевой революции, когда, в общем-то, отвлекли междоусобицей, там, Ющенко, Тимошенко, Порошенко и все остальные, да. Нужно было что-то другое придумать, и, к сожалению, придумали войну. Это очень страшно, потому что погибают люди, но война крайне необходима нынешней власти, потому что они пытаются списать на войну все. И государственный долг, и коррупцию, и отсутствие реформ, в том числе нет реформ в армии, потому что если посмотреть на ту структуру, которая есть, она была такая же и 10 лет назад, и 5 лет назад. Никто не понес наказание за сдачу Крыма, за сдачу Донецка, Луганска. Ну вот, да, действительно, Россия агрессор. Теперь всегда можно сказать, что Россия во всем виновата, она захватила, мы здесь ни при чем. А те ошибки, которые были сделаны, то разворовывание армии, которое происходило все годы независимости. Ведь реально заработали десятки миллиардов долларов на разворовывание армии. А где эти деньги? У кого эти деньги? И те люди, которые воровали тогда, они остались. И остались многие у власти. И пока элита не поменяется, мы, к сожалению, будем деградировать. Да, а вот и ваши слова, к сожалению, подтверждают рядовые одесситы. И вот, готовясь к программе, мы просто вышли на улицы, на наши одесские улицы и спросили людей о том, что они думают по поводу доллара, по поводу экономической ситуации, как им живется сегодня в Одессе. Давайте посмотрим, что думают об этом одесситы. Озадачены ли вы тем, что доллар растет? Еще и как. Люди ни зарплаты, ни пенсии из-за этого, как говорится, оно не прибавится, а наоборот меньше только станет. И люди как бы, ну, на улучшение никак, только хуже и хуже. Уже дальше некуда. Как бы выжить? Каждый вот смотрит, и как бы выжить на такие пенсии и на такие зарплаты. А доллар каждым днем почти что растет. Выше, выше и выше. А вы пенсионерка? Да. Ну вот сейчас новая реформа пенсионная, вы теперь будете получать чуть больше денег. Это вас радует? Гривен. Или одни говорят на 65, другие говорят на 100. Вы знаете, ну никак не спасет. Это буквально эти 100 гривен, наверное, на час, мы так думаем. Ну на один час пойти на базар, купить там картошку или лук, которые каждый день тоже цены растут, растут и растут. И... Не знаем уже, как выжить. Скажите, а удается ли вам жить без долгов? Без долгов? Вряд ли. Все время одалживаем на что-то. То на то не хватает, то на то, то заплатишь эти коммунальные услуги, а потом думаешь, где бы, чтобы как бы, особенно на лекарства. Это, конечно, как бедным людям дальше жить, это вопрос еще и какой. Это всех беспокоит. Но очень плохо все. Надеемся на лучшее. А что может повлиять на то, чтобы было лучше? Не знаю. Сейчас все очень плохо, а что может повлиять? Там лучше знают правительство наше. От нас ничего не зависит, да? Ну, а что от нас зависит? Практически ничего. Это обесценивание национальной валюты, это, наверное, большой минус для нашей экономики и для нашего государства. Смешно, когда на рынке что-то покупаешь, и стоит бабулечка, ну, наверное, лет на 20 старше меня, и говорит: деточка, ну а что ж ты хочешь? Доллар-то расте. Понимаете, как будто она бензин тратит, все со своего участка, и все живут здесь, под Одессой. Без долгов жить не получается сегодня? Нет. А чем, какой там жить без долгов? Нет. Ну вот, например, мы все время, дети мои берут кредиты, вернее, карточка кредитная. Вот если надо что-то, значит, достроить, построить, отремонтировать, все только в кредитах. А кредит — это ж проценты, сами понимаете. Так что сказать, хотя я вижу, что Гройсман, вот он приехал в Харькове, на авиазаводе у нас был, и ХТЗ, и у нас на предприятии был. То есть видно, что человек что-то делает, но я вам скажу, один человек не может все сделать. Озадачены ли вы тем, что доллар растет? Ну, наверное, как все. Как все да или как все нет? Ну, как все да, но это ожидаемо и прогнозируемо. То есть вас это не беспокоит? Нет, не беспокоит. То есть вы живете, вам хорошо, все стабильно?
Ну, о чем вы говорите? Кому сейчас хорошо и у кого сейчас все стабильно? Ну, у вас хорошая улыбка. Что вам помогает, несмотря на нестабильность, жить дальше? Знаете, есть такая поговорка. Все будет хорошо в конце. Если все плохо, значит, это еще не конец. Поэтому в итоге все равно все будет хорошо. Конечно, это проблема, потому что повышается цена продуктов и так далее. А это плохо. Зарплаты не растут, а доллар повышается. Денег не хватает по чуть-чуть со временем. Ну, вот вы молодые люди, и вот вам сложно сегодня жить. Данном случае мы сейчас получаем зарплаты не в долларах, а в гривнах. Но да, это в любом случае это плохо для всех, не только для нас. А скажите, а вот вам удается жить без долгов? Периодически, да. Когда девушка моя сейчас уехала в Китай, я пока могу жить без долгов, а когда она вернется, опять буду в долгах. Скорее выживать. Да. Ну вот вы молодые люди, вот что бы вам хотелось изменить, чтобы было лучше? Не, ну если доллар, евро растет, соответственно, должны, мне кажется, и зарплаты расти. Ну, то есть тогда все было бы куда лучше, чем есть. Тот факт, что доллар растет, уже говорит о том, что что-то нехорошо, что-то не так. Да, все верно. Ну, вы, тем не менее, настроены оптимистично? Ну, конечно, надеемся, что и власть наша тоже будет настроена оптимистично и перестанет брать долги, за которые нам потом придется расплачиваться. Вот это вот хуже всего. Я, например, не люблю отдавать за кого-то долг. Дорогие друзья, это программа «Вечерняя Одесса». Мы говорим о экономике, о состоянии экономики сегодня с Сергеем Якубовским, экономистом, профессором Одесского национального университета имени Мечникова. Ну вот, Сергей, вы увидели, услышали, что говорят люди, и всем плохо, и пенсионерам, и молодым, и все уповают вот на власть. Все надеются на то, что... Опять-таки, знаете, вот сила веры у украинцев, вот доброго царя, что царь все-таки, он же добрый, и поэтому, ну, он сейчас президентом называется, он возьмет, да, и решит поделиться тем, что у него есть и так далее. На самом деле, считаете, не решит? Не решит, понимаете, ну, так как назовите какого-то хоть одного доброго царя в любой стране. Были такие цари добрые? Может, когда-то случайно, но они быстро исчезали, потому что окружение-то у них в любом случае злое, и, знаете, жить среди волков по волчьи выйти, но от этого страдает население. Что бы я хотел сказать? Ну, во-первых, приятно слушать и видеть одесситов. Люди умные, с чувством юмора, и все равно оптимизм в Одессе сохраняется. Это хорошо. Второе, вот никто не знает, когда все изменится. Потому что Украина на самом деле вот живет так последние, то есть все годы независимости, 26-27 лет последних, потому что по какой-то непонятной причине... Ну, для меня лично. Наши партнеры в Европе, в США, они очень любят Украину. И вот они, как и украинцы, верят украинской власти. Причем был Янукович президент. Ему тоже верили, ему тоже давали деньги. К нему тоже приезжали. И в Америку он летал к президенту США. То есть им, по большому счету, когда человек лжет откровенно, красиво, вот им хочется верить, как и нам, простым украинцам, нашим политикам. Поэтому вот они дают деньги. Вот государственный долг, отношение к ВВП 2 раза выросло. Как только перестанут давать деньги Украине, как только потребуют отдавать долги, вот вы увидите, жизнь станет, как вы думаете, лучше или хуже? Значительно лучше. Понимаете, вот так вот, вот любой человек возьмите, да, если вот его там содержат, мало дают, но он не умирает, вот он живет, ну, психология человека, понимаете, особенно вот, когда дают миллиарды, и эти миллиарды можно между собой делить, причем не в гривнях, а в долларах. Как только прекратится вот эта постоянная финансовая подпитка руководства Украины, потому что на самом деле мы сами не получаем евро и доллары, и зарплату у нас гривни, и если там взять эти 76 миллиардов долларов государственного долга, то сказать, на что эти деньги пошли, на что хорошее для Украины, вы не скажете, потому что ни новых технологий, ничего-то такого, и что... И никто другой не скажет. И никто другой не скажет. Поэтому как только разочаруются в украинских лжецах, которые вот... Они же умеют, понимаете, это великие актеры. В каждом министерстве есть должность замминистра. И эта должность выделяется красивой,
украинки, которые умеют говорить на английском языке, на французском. И вот функция этих девушек, причем даже в Министерстве обороны, не помню сколько там, лет 25, может быть 30, девушка вообще к обороне не имеет отношения, зато умеет красиво говорить, умеет красиво делать слайды и умеет красиво общаться с послами и с представителями иностранных организаций. И вот эти девушки, причем именно девушки, да, они производят такое неизгладимое впечатление на наших партнеров, что верят всему тому, о чем они говорят. Вот поверили Ереська, да, которая была министром финансов, что вот Украина через 5 лет начнет отдавать по 10 миллиардов долларов в год. И действительно подписали соглашение о реструктуризации. И вот ждут, что скоро вот Украина по 10 миллиардов долларов будет отдавать, потому что реформы дадут результат. Ну, не дождутся? Ну, я думаю, что не дождутся, потому что откуда по 10 миллиардов брать, если пока нам дают, и то курс доллара растет. Так вот, как только перестанут давать, как только против самых таких известных украинских воров начнут вводить санкции, потому что... Знаете, вот опять-таки, если вернуться к конфликту на востоке страны, а кто грабил Донбасс? Кто превратил миллионы жителей Донбасса в нищих? Кто оттуда вывозил деньги? Есть конкретный человек, есть группа лиц. Ну, они почему-то в Киеве так же хорошо живут, когда-то жили в Донецке. Понимаете, вот когда за них возьмутся, когда их власть не будет абсолютно как сейчас, то тогда, я думаю, что очень быстро начнутся перемены, потому что они тогда поймут, что лучше поменять ситуацию в Украине, чем скрываться, как Янукович, в Ростове, либо где-то еще. А пока они знают, что и там им дорога открыта, и там их счета никто не трогает за рубежом. И здесь люди вроде как расстроены, но все равно голосуют за одних и тех же. Ведь если посмотреть на тех людей, кто сейчас находится у власти. Президент был министром экономики во времена Януковича. Гройсман, хороший премьер-министр, был любимым мэром Януковича в Виннице. Ну и так далее. Да, Яценюк тоже работал, и министр даже в Одессе работал когда-то вице-губернатором. То есть люди из системы, а могут ли люди, которые выросли в этой системе, что-то которые стали поменять? Миллионерами, менять эту систему? Не могут психологически. Она им дала все. Она им дала неограниченное богатство, свободу, яхты, самолеты. Они в принципе, не могут ничего поменять в этой системе, потому что она их родила, и они уйдут, система поменяется. А пока они находятся, то и системе ничего не грозит, а нам с вами, к сожалению, грозит. Да, нам приходится вот, покупать доллар задорого, оплачивать счета даже, коммунальные. Даже, понимаете, не доллар, ведь вы смотрите, сейчас выросла цена на бензин, да? Где-то на 2 гривны. Все, моментально. Транспортные перевозки возросли в цене, кто непосредственно пользуется автомобилем, кто пользуется автобусом, все выросло в цене. Значит, стоимость транспортировки тех же овощей, продуктов питания тоже возросла. Значит, опять поднимается цена и на людей. Что еще придумали, понимаете? Ну, до этого никто не додумывался. Имея собственный уголь, покупать уголь на той части земли в Америке, да? Вы знаете, самая богатая страна мира – США. И, наверное, нельзя сравнивать зарплаты украинских и американских шахтеров. Поэтому любой подсчет показывает, что лучше добывать уголь в Украине, а не покупать его за океаном. Но настолько красивые офшорные схемы, потому что тут все-таки сложнее, особенно сейчас, зарабатывать деньги. А вот когда это неизвестно, где купленный уголь, в Африке, в Австралии, в США, цена одна, потом другая. Причем неизвестно какого качества. Неизвестно какого качества, сколько того угля привезли, сколько его на самом деле привезли, а может основную часть здесь где-то закупили у своих, а по американской цене его... продали государственным компаниям. Да? То есть это такой бизнес, который делает украинцев еще более бедными. Но пока это проходит, пока люди на это реагируют, то изнутри проблемы у нынешней власти нет. Но вот может быть все-таки, когда внешние кредиторы увидят, что деньги не дают, а обратно их вряд ли получат, может они забеспокоятся, надавят, и тогда возможны изменения. А поверьте мне, знаете, вот это как вот пауки, пока у них, вот им бросают еду, бросают, они жирные, довольные друг другом, там только ругаются, там, в Верховной Раде, а потом
вечером собирается у кого-то дома, в ресторанах, сейфы забиты долларами, евро. А как только перестанут этим паукам бросать еду, то есть давать западные деньги, вот они начнут между собой грызться, убивать друг друга. Ну, не убивать, ладно, я не хочу, чтобы убивали. Но, во всяком случае, начнется внутри Украины конкуренция. Сейчас конкуренции нет. Вот посмотреть разные фракции в парламенте, но когда нужно, и оппозиционный блок, и блок Порошенко, и Народный фронт голосуют вместе за самые необходимые законы. Вот когда вот недавно, да, вот обсуждали там про особый статус Донбасса, да, о том, чтобы продлить действие закона на год. Почему проголосовали синхронно блок Порошенко, Народный фронт и оппозиционный блок? Потому что послы страны ЕС потребовали от Украины. Потребовали, и все они стали в один ряд, потому что они хотят, чтобы сохранилась подпитка западными деньгами. И тут они, уже никто не оппозиционер, хоть называется тот оппозиционный блок, все как один поддерживают друг друга, потому что миллиарды долларов и евро они им помогают жить. А вот когда это прекратится, посмотрим, что они будут делать, и тогда, может быть, будут и серьезные изменения. Очень хочется дождаться как можно быстрее этих изменений. А теперь давайте немножко об экономике чуть глубже. Вот 1 октября вступили в силу новые торговые преференции ЕС для Украины, и экспорт большинства видов сельскохозяйственной продукции, промышленной в том числе, будет проходить без применения таможенных пошлин. Это как-то поможет нашим производителям? Знаете, не поможет. Понимаете, это не наши производители. Это люди, которые зарабатывают на Украине деньги. Ну, давайте посмотрим вот, продукты питания в Украине. Цена изменилась на них? Изменилась. Возьмем мясо. Курятина подорожала почти в два раза. Если спросить производителей курятины, почему? Что они скажут? Потому что мы часть курятины отправляем в ЕС. Понимаете? То есть кто занимается бизнесом в Украине, они не заинтересованы в том, чтобы расширять бизнес. Понимаете, вот в экономике есть такое понятие, как свободная конкуренция и монополия. Монополия – это всегда очень плохо. Почему? Потому что монополист зарабатывает деньги, ограничивая конкуренцию, ограничивая предложение на рынке и поднимая цену. Вот рынок мяса Украины – самый яркий пример. Так вот, как ни странно, соглашение с Европейским Союзом, которое потенциально очень выгодно Украине, но оно выгодно тогда будет, когда Украина станет открытой для иностранных инвестиций. Когда вот сюда смогут прийти немецкие компании и выпускать немецкую курятину, условно говоря, если мы говорим про сельское хозяйство. Когда сюда придут голландские компании, датские компании, которые будут тут создавать свои комплексы. А мы не можем разве? Не хотят те, которые находятся. Еще раз, понимаете, если была бы конкуренция, то все те, которые в Украине сейчас зарабатывают огромные деньги и на рынке ЕС, и на рынке Украины, они были бы вынуждены меняться, они бы были вынуждены что-то становиться лучше, а так им не надо. Наоборот, рынок ЕС открылся, часть курятины пошла туда, а здесь цены подняли. А куда денется украинец? Он будет покупать подорожавшую почти в два раза курятину. Поэтому вот эти все преференции, они, я скажу честно, они выгодны Европейскому Союзу. Потому что, да, предложение на европейском рынке возросло. При этом украинский рынок открылся для европейских товаров. И вот мы часто видим на полках магазинов там польские, и макароны, и сыры, и так далее. Причем очень часто эта продукция даже дешевле украинской. Европе выгодно, они могут продавать здесь свою продукцию. Не могу сказать, что супер. Качество неплохое, но вы сами понимаете, что если она по цене часто бывает ниже украинской, то, наверное, это не самого высокого европейского качества. Но нормальная продукция. То есть они сюда поставляют продукцию. А украинцы, то, что нужно Европе, поставляют туда. Кстати, хочу напомнить, вот, вроде бы как победа Украины, безвизовый режим. Когда Европейский Союз согласился на безвиз? Только после того, как Украина сняла ограничения на экспорт леса кругляка. Вот есть национальные богатства в Украине, одно из них, вот это лес, который растет там столетиями. Да? Вот как только Украина согласилась, что вырубайте сколько хотите нашего леса, не сделайте здесь и отправляйте к себе, да, в ЕС. Да? Причем это украинский бизнес отправляет, и украинцы зарабатывают, и ЕС. Вот тогда нам дали безвиз. Хорошо, вы хорошо себя ведете, вы нам поставляете очень хороший лес. Мы же не будем рубить свои деревья во Франции, в Германии, а вы
Хотите к нам ездить на заработки? Пожалуйста, вырубайте свой лес. У нас же его не так много. Ну, леса. У нас его не так много, но те, кто его вырубают и зарабатывают, им хорошо. Европейскому Союзу, по большому счету, что там с лесом в Украине, знаете, у них свои проблемы в Германии, во Франции. Будут они еще думать об украинском лесе. Поэтому... Нет, нашим нужно думать. Да, нашим нужно думать. Но те, которые у власти, они имеют возможность экспортировать эту продукцию и зарабатывать. Угу. И в ЕС, и опять-таки в Украине, потому что рост экспорта сельхозпродукции, опять-таки, если вспомнить, мяса, привел к тому, что его стало меньше в Украине, и цена выросла. То есть тут двойной доход. И продаешь за евро в Европейском Союзе, и здесь получаешь двойную цену в гривне. Здорово, да? Ну, мало того, еще производители курятины, они получают субсидии от государства. Вот единственная отрасль, которая получает реальные живые деньги, это вот птицеводство у нас. Там 2 или 3 миллиарда гривен. И рынок ЕС, и высокая цена, и еще бюджет дает им деньги. Ну, коммунизм, понимаете? Хоть они коммунисты. Отправляйте в ЕС по одной цене, оставляйте украинцам более выгодный вариант. Нет, так вот еще раз, им же это невыгодно, потому что чем меньше остается мяса в Украине, тем цена на него выше. То есть не надо строить новые птицефабрики. Они при тех же издержках получают и евро, и двойную цену в Украине. Знаете? И еще из бюджета. То есть просто вот тройная прибыль. Это ни в одной стране такого мира нет. И поэтому не против реформ. Потому что любые реформы приведут к тому, что появится конкуренция. Появится конкуренция, придет тот-то, кто что-то делает лучше, чем в Украине, и придется украинцам меняться. А так они не хотят меняться. Они имеют все здесь. И народ, которого можно кормить там всякими там обещаниями, рассказами, победами, откликать постоянно внимание. Вот что сейчас сделали? Типа пенсионная реформа. Ну, реформа это назвать нельзя, просто ужесточение пенсионного законодательства. Теперь многие люди не смогут в 60 лет выйти на пенсию. Вот будет ли этот украинец, который вдруг обнаружит, что он-то пенсионный возраст, а пенсию ему не начисляют, думать о том, почему мясо подорожало. Нет, он будет думать, как все-таки что-то придумать, что в пенсионном фонде зачли его там страховой стаж и так далее, да? Закон об образовании приняли тоже. Да. Зачем думать об экономике? Давайте лишим возможности всех тех, кто говорит не на украинском языке, изучать предметы на родном языке. Вот пусть они там бунтуют, пусть они в ЕС обращаются, а мы себе будем курятину продавать по двойной цене, зарабатывать огромные деньги, менять потом эти гривни на доллары, одна из причин роста курса доллара. Чем больше доходы украинского крупного бизнеса, тем они больше денег вывозят, понимаете? Ну зачем им это гривни? Они же не хотят расширяться в Украине. Они купят доллары, вывезли вместе с курятиной и живут хорошо вместе с лесом кругляком. Понимаете, вот такая система, которая, как ни странно, работает уже многие годы в Украине. И вот то, что вы сказали, евроинтеграция, к сожалению, только усилила диспропорции в украинской экономике, потому что новое не стали создавать, не пустили сюда европейских инвесторов, чтобы они создавали и выпускали в Украине что-то новое, интересное, то, что потом будет пользоваться. А их действительно нет, европейских инвесторов сегодня. А их не пускают. Вот не пускают. Сколько мы обсуждали приватизацию Одесского припортового завода? Завод на берегу моря. Есть аммиакопровод, все, что хотите. Почему его никто не покупает? Да потому что сейчас такие условия, чтобы кто-то вот заинтересовался, перекрыли газ на завод. Заинтересовался кто-то, решение суда, и на завод там 5-10 миллиардов гривен долга. Да, чтобы даже и не пытались сюда зайти, а свои как-то разберутся с долгами, спишут и так далее. Но сегодня же он не работает так, как мог бы работать. Правильно, он не работает, потому что государству невыгодно, тем, кто находится у власти, невыгодно, чтобы он хорошо работал. Потому что если он будет хорошо работать, так его своим же не сдашь там, за 50 миллионов долларов, правильно? Надо будет требовать там, миллиард, два. А так провалили несколько приватизаций. Поэтому уже если кто-то согласится там, за какие-то копейки этот завод купить, типа иностранный инвестор, но... Это будет наверняка офшорная компания с украинским капиталом, как, в общем-то, вся приватизация в Украине. Понимаете, ведь как наши олигархи стали олигархами. Просто, по большому счету, бесплатно получили. Сейчас хотят то же самое с землей сделать. Рынок земли, какая-то непонятная аренда, совершенно непонятная ситуация, чтобы те десятки миллионов долларов евро, не зря же они их показали в декларациях, их же никто не просил. Все прячьте эти десятки миллионов, а теперь не хотят их
в землю вложить, чтобы и та земля, которая есть у украинцев, ее тоже за бесценок скупить. Практически последнее, что осталось. Последнее. И потом уже, став такими панами, приглашать немцев, сказать, ну давайте, вы уже на нас работаете. Помните, когда-то же приезжали, что немцы работают на полях, когда-то там 100-150 лет назад, да? Mm-hmm. Но прежде чем их сюда пустить, они хотят все скупить, чтобы все это было уже их, чтобы им платили ренту за их землю. Вот поэтому занимается пенсионной реформой, которая реально делает людей еще беднее. Да, вот правильно сказали телезрители, 50-100 гривен, даже если 200 гривен. Посмотрите, что с ценами на овощи, на продукты питания. Ну и самое страшное, это, конечно, медицина. То есть вот здесь главный удар по украинцам сделан. Никакой реформы в сфере медицины нет, никакой доступной медицины нет. Ну, для 90% населения. Если человек, не дай бог, болеет, то это действительно это страшно. Для чего это делается? Людей становится меньше, люди болеют, люди слабые. А слабый поверит в обещания, слабый пойдет за лозунгом, потому что у него как бы последняя надежда. Вот вера, вдруг все-таки этот меня спасет, этот станет президентом, и он действительно будет заботиться о людях. Вот. А, понимаете, самодостаточный человек, он не верит в такие лозунги. А нищие, несчастные, они легко ведутся. Таких не так много. Самодостаточных. А большая часть, поэтому специально вот так поступают с людьми, чтобы они были несчастными, зависящими. Ими легко манипулировать, они легко поверят во все, что угодно. Лишь бы только красиво обещали, говорили, а у нас вот в сфере политиков это умеют делать. Вы знаете, готовясь к программе, я все-таки пыталась найти какие-то положительные моменты в развитии экономики. И вот такой показатель по итогам 2017 года экспорт товаров из Украины превзошел уровень 2016 года как минимум на 18%. Речь идет об экспорте зерна и металла. Так вот, товары уходят в Европу, а где оседают деньги? Ну, вы уже практически ответили на этот вопрос. Ну, то есть мы продаем больше, это же деньги же должны вкладываться как минимум на развитие той же экономики. Ну, опять-таки, если бы это мы продавали, так большая часть экспорта идет через офшорные компании. И все рассчитывается таким образом, чтобы деньги оставались в офшорных компаниях. Тем более, что самые привлекательные сейчас офшорные центры – это Кипр. В последнее время Австрия. Швейцария, кантон Цуг. То есть это Европа. Одна из причин, почему вот не замечают того, что происходит в Украине, потому что то, что зарабатывают богатые в Украине, большая часть возвращается в Европу вот через офшорные компании. Поэтому европейцам выгодно, чтобы украинские олигархи зарабатывали в Украине, а деньги держали в Европе. Поэтому сам по себе рост экспорта ни о чем не говорит, тем более импорт растет большими темпами. Торговый баланс в Украине становится все хуже и хуже. Если за первые полгода 2016 года дефицит был минус 1 миллиард 600 миллионов, то за первые полгода 2017 года уже минус 3 миллиарда 200 миллионов. И знаете, с какой страной у нас самый большой дефицит? С Россией. Вы знаете, что в 2017 году, вот за первые полгода, импорт из России вырос на 40%, больше, чем из ЕС. И экспорт Украины как в Россию это тоже вырос. Да, это при том, что рассказывают, это там враги, агрессор, да, но когда речь идет о деньгах, когда речь идет о том, что можно что-то выгодно продать в России, либо закупить российские товары, то забывают о том, что куда идут, в общем-то, заработанные в России деньги внутри России. Кстати, экономика не всегда пересекается с политикой. Экономика доминирует. Но что самое, конечно, неприятное в Украине, что в Украине те, кто занимается экономикой, те, кто зарабатывает деньги, они лгут, причем, знаете, там не то, что там правда, ложь, сплошная ложь, и поэтому люди не знают правды, не знают, что да, для кого-то война, а для кого-то, как говорится, мать родная. И с той же Россией ведутся торговые операции и зарабатывать, если это выгодно украинскому бизнесу. Если это не выгодно, то вводят санкции, ограничения,
и так далее. Поэтому в Украине в сфере торговли дефицит постоянно растет. Постоянно растет. Импортируют больше, чем экспортируют. Если экспорт вырос, как вы сказали, там, на 25-26%, импорт вырос на больший процент, и торговый баланс ухудшается. И это добавляет к внешнему долгу Украины. То есть, потому что кто-то же должен это оплачивать, берут деньги, тратят на покрытие дефицита торгового баланса, как один парень правильно сказал, а кому отдавать? А отдавать нам с вами, потому что сколько в среднем премьер-министр Украины занимает этот пост? Год, полтора, максимум 2 года. Понимаете? А учитывая, что кредиты, они обычно долгосрочные, то есть там 5 лет, вот сейчас разместили облигации, по-моему, на 15 лет. На 15 лет. Причем доходность 7,3%. В это же время несколько африканских стран размещали облигации, у них доходность меньше 7. То есть мы берем ресурсы дороже, чем даже африканские страны берут. Ну, какое отношение к нам инвесторам? Но самое главное, ни министр финансов, ни премьер-министр, ни президент совершенно не волнуются, потому что это облигации с погашением через 15 лет. Где будет министр финансов через 15 лет? Премьер-министр, президент. Никто не знает, и они вообще не волнуются. Но народу, конечно, придется потом отдавать через 15 лет эти деньги. И, конечно, будет все хуже и хуже, потому что долг растет, и, соответственно, отдавать нужно будет все больше и больше. Даже сейчас, при том, что тело государственного долга в основном придется отдавать с 2019 года, даже уже сейчас 100 миллиардов гривен бюджет тратит на то, чтобы погашать проценты и частично государственный долг. 100 миллиардов, которые можно было на ту же медицину отправить. Но не спрашивают, куда делись деньги, кто эти деньги заработал. Не с них берут, а, как говорят, с парасичного украинца берут, вот разбивают на, сколько там осталось, 35 миллионов и сколько. И вот альтернативы вашим словам нет. То есть отдавать все равно придется. Отдавать придется, да. Но поймите, это не такие уж страшные деньги. Вот самое главное богатство Украины – это земля. Но сейчас гектар земли в Украине в 100 раз дешевле, чем в Германии. В 100 раз. Почему? Потому что те, у которых есть деньги, они не хотят. Ну, купите, как в Германии, землю. И дайте, там, знаете, в селах есть люди, у которых там несколько гектаров досталось им. Дайте им нормально там 50-100 тысяч долларов за это. Нет, дают там пару тысяч долларов. То есть, когда, вот как только вот эта надстройка над Украиной уйдет, как только мы начнем жить по европейским законам, то и украинское национальное богатство вырастет в разы. А это в первую очередь земля. Поэтому сейчас так хотят ее прибрать, чтобы вот в 100 раз дешевле купить землю, чем в Германии, а потом продавать немцам по немецкой цене. То есть если вот эти люди уйдут, если реально Украина сможет использовать свой потенциал, то 76 миллиардов долларов – это не проблема. Это не проблема. Взять Китай, который был еще в худшем положении 30 лет назад. Горы, пустыни. Но пустили иностранных инвесторов. Сказали, ты работаешь честно на страну, пожалуйста, развивайся. И теперь Китай мировой лидер. Не имея земли, как в Украине. Имея 1,5 миллиарда населения, 35 миллионов. Да? И удается им прокормить. И самые большие золотовалютные резервы в мире у Китая. То есть есть возможность пригласить инвесторов, они приходят, и они создают что-то принципиально новое. Но вот в Украине, видите, закрытая страна, на словах мы открыты, а на деле никого не пускают, все между собой делят и хотят теперь еще землю поделить. Но, может, у них не получится. Но а если не получится, тогда... Оттягивают мораторий уже несколько лет подряд, но как вы думаете, в итоге уберут мораторий на продажу земли? Так, вы понимаете, мораторий – это самое большое зло, потому что для нас с вами это мораторий, для европейцев это мораторий, потому что у них написано, они читают в законе, о, значит нельзя. А для тех, которые у нас находятся во власти, существуют десятки способов, как обойти мораторий, как взять, например, в аренду на 50 лет ту же землю. А вы сами понимаете, 50 лет, за 50 лет столько всего произойдет, и если человек знает, что у него будет земля в аренде, в течение 50 лет, то он может, в принципе, рассматривать эту землю как свою, но при этом платить как за аренду. Понимаете? Поэтому вот те, кто находится у власти, они специально продлевают мораторий, чтобы как можно больше и больше земли
за бесценок либо взять в аренду, либо по различным схемам получить собственность. Поэтому нас пытаются заставить отказаться от моратория, но не согласны. Понимаете, не согласна власть, потому что мораторий – это значит, можно раскрадать землю. Вот красть можно, продавать нельзя официально. А если был бы рынок земли, тогда бы и цена была совершенно другая. А так хотят просто забирать. Очень печально. Но печально, но самое главное, что понятна причина такого тяжелого положения в Украине. И если эту причину, знаете, вот болезнь, самое сложное – это поставить диагноз. Поставили диагноз, лекарства, убили этот вирус, либо ограничили количество бактерий, и человек выздоравливает. Поэтому как только вот наши партнеры поймут, что хватит худших из худших поддерживать, те убегут, тем более у них уже столько денег, что как только они побоятся, что вдруг вот здесь там проукраинская власть придет и начнут сажать тех, кто воровал, и сажать по-настоящему, так как у нас, знаете, там кто-то там 100 миллионов украл. Месяц генеральный прокурор рассказывает, человек уехал, сидит, например, Онищенко в Лондоне, вот тогда уже хотят его арестовывать, а он себя в Лондоне сидит. Вот как только поймут, что будут арестовывать на месте, убегут, и пусть убегают. Им на жизнь хватит, а нам тоже хватит в Украине. Главное, чтобы только вот этих не было, которые сдерживают развитие страны, не пускают сюда иностранных инвесторов, не дают Украине действительно расцвести, исходя из ее потенциала. Поэтому рецепт простой. То есть вы хотите сказать, что наше светлое будущее зависит от европейских партнеров? Ну, если бы, конечно, народ был, уж пусть простят меня люди, более грамотным, более вдумчивым и понимал, что вот тот тезис, который доминирует на выборах, что вот этот уже набрал и теперь подумает о людях. Вот этот тезис нужно искоренить. Чем богаче человек, тем в меньшей степени его будут интересовать люди, потому что он же в другом мире. Вы понимаете, да? Там сотни миллионов долларов. Весь мир. Он захотел, он завтра в другой части. У него есть острова, у него есть яхта. Будет он думать о пенсионере, который за него проголосовал? Подумает ли он, так, вот за меня эта бабушка проголосовала, давай я все-таки поделюсь, потому что мне и так уже вот тут некуда девать деньги. Нет, у него есть дети, у него есть друзья и так далее. Поэтому надо перестать верить богатым, надо перестать верить тех, которые уже когда-то были у власти, кто бы он ни был. Вот он был народным депутатом хоть раз? Ну, есть единицы, о которых можно сказать, что хорошие. Был министром, ну, может быть, да, одного-двух можно вспомнить нормальных людей. И то, самые приличные люди как поступали? Поработал, вот Павло Шеремета, очень-очень приличный человек. Он поработал после революции достоинства 2 или 3 месяца министром экономики и написал заявление. Говорит, извините, я ничего сделать не могу, и ушел. Вот есть такие люди, да, были во власти, но сразу ушли, понимая, что ничего нельзя изменить, за них еще можно голосовать. Но те, которые годами занимают депутатские кресла, то министр, то премьер-министр, то наоборот, то в оппозиции, то у власти. Конечно, за таких нельзя никогда голосовать. Нужно отдавать предпочтение новым лицам. Абсолютно новым лицам, не связанным с бизнесом. Потому что если он связан с бизнесом, если его профинансировали, значит, он потом будет отдавать, и он, в общем-то, из этой среды. То есть, если здесь будут какие-то подвижки в отношении населения к власти, то, может быть, и на Западе начнут не так рьяно поддерживать нынешнюю власть. Мы со своей стороны, не со своей. Эти уедут, а мы себе построим за 5-7 лет процветающую страну. Ну, тогда придется ждать следующих выборов. Ну, другого пути у нас нет. Вот благодаря вам люди узнают, что происходит в стране. Вот, будем ждать. Может быть, накопится критическая масса людей, которые поймут, что так жить нельзя. И вот этот путь, по которому идет Украина с 91 года, это путь, он никуда. Надо просто поменять полностью стратегию развития. Перестать думать, что вот мы такие уникальные, вот мы можем построить что-то свое. Нет. Есть опыт Болгарии, Польши. Вот взять любую страну, Венгрию. Взять их законодательство, перевести на украинский язык, поменять Венгрия, либо Болгария на Украину. И внедрять. И все. И поменять ситуацию, и мы будем жить лучше, чем Болгары и Венгрия, потому что у нас ресурса больше. У нас много, понимаете, у нас земля, у нас свободная территория. Приглашай любого инвестора, американца, японца, китайца. Территории же огромные, понимаете, это в Германии. Как построить новый завод? Это нужно кого-то выселить. Понимаете, потому что все заселено, каждый имеет свой домик, участок, и он за огромные деньги не отдаст. А у нас все, понимаете,
практически бесхозная. А если тут еще пойдет хороший инвестор, хорошие деньги. И люди у нас не боятся работать. Да, главное, что и люди, люди-то бедные, понимаете, если у нас будет даже такая зарплата, как в Польше. Зачем выезжать, зачем молодежи ехать в Болгарию, в Польшу, в Венгрию, зачем, если здесь будут такие же зарплаты, а у них не самые высокие зарплаты в Польше, у них ниже, чем в Германии, но все равно туда люди едут, потому что по сравнению с Украиной, Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы выглядят лучше, имея меньше ресурсов, то есть здесь и молодежь, и все, только дайте возможность развиваться. Мы заканчиваем, но вот еще минутка осталась. По поводу пенсионной реформы мы не смогли коснуться более глубоко ее. То есть вы считаете, что это не реформа, а антиреформа? Это антиреформа. Это вот как ЖКХ, да? У нас была реформа ЖКХ? Нет. Просто подняли тупо цену на газ в 7 раз. За тепло там несколько раз. За воду постоянно поднимают цены. Да, вот поднимают. То же самое и здесь. Только здесь ограничивает количество новых пенсионеров. Потому что привязывают возможность выхода на пенсию к страховому стажу. С точки зрения экономики это вроде бы как выглядит неплохо, но с другой стороны ответственность перекладывается на человека. То есть если у человека меньше чем 25 лет страховой стаж, он не может 60 лет выйти на пенсию. Но, вы знаете, у нас разные годы были, например, были 90-е годы, были предприятия, где человек мог работать реально, а потом то предприятие обанкротилось, и потом выяснялось, что вообще никакие социальные взносы предприятие не делало. Это до сих пор бывает такое понятие, как фирмы-однодневки, когда создается компания под какой-то там тендер, проект, нанимает людей, вроде бы как, а потом компания исчезает, деньги исчезают, и оказывается, что человек, он без страхового стажа, потому что хозяин данной компании не выплачивал деньги в пенсионный фонд, понимаете? То есть здесь ответственность на человека, человек должен бояться, он должен бегать, смотреть, а вот это мне пошло в стаж, это не пошло в стаж, что совершенно неправильно. Вместо того, чтобы защищать людей, наоборот, государство говорит, так, вот мы будем проверять, как ты прожил последние 35 лет. А с 2028 года 35 лет страховой стаж, понимаете? Что совсем нереально, учитывая нашу продолжительность жизни. Да, о, вы абсолютно правы. На это и рассчитывают. Что ж, я думаю, что есть еще. Вот реформа только вступила в силу. Посмотрим, как она будет развиваться. Это будет поводом для нашей следующей беседы. С вами спасибо вам большое. Было не очень оптимистично, но правдиво. Спасибо. Дорогие друзья, с нами был доктор экономических наук, профессор Одесского национального университета имени Мещенкова Сергей Якубовский. Я желаю вам здоровья, держитесь. И действительно, давайте выбирать в следующий раз, когда будут выборы, выбирать достойных новых людей. Всего доброго, до свидания. До свидания.